В Тверской школе номер 50 прошел круглый стол «Шаги в профессию», в котором приняли участие школьники-волонтеры отряда «Будущие врачи», студенты медуниверситета и практикующие медики. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Александр Кузьмин – выпускник отряда волонтеров-медиков. Сейчас он студент третьего курса Тверского медицинского университета. Свободное от учебы время, вечером и ночью Александр работает в клинической больнице скорой медицинской помощи. Принимает пациентов, которым нужна экстренная госпитализация. Учиться и работать, конечно, непросто, но интерес к профессии побеждает все сложности. Изначально у меня было увлечение такими естественными науками, как биология и химия. Я начал задумываться о том, чтобы направить свою жизнь в медицину. Мне в этом очень сильно помог школьный отряд. Я стал активно в нем участвовать, чтобы понять, мое это или не мое. Как оказалось, да, это, скорее всего, мое призвание. Школьный отряд «Будущие врачи» готовит юных медиков с 2017 года. За время работы отряда более 20 выпускников школы стали студентами медицинских вузов и колледжей. С каждым годом количество школьников, которые хотят стать волонтерами-медиками, растет. Для учеников проводятся тематические занятия, встречи с практикующими врачами, уроки оказания первой помощи. 50-й школы – такая многолетняя дружба и сотрудничество. Мы их принимаем в областной больнице. Сейчас уже подключили перинатальный центр, другие лечебные учреждения, чтобы нашим школьникам было интересно познавать ту профессию, которую они выбрали. Чтобы у нас не было в медицинском вузе случайных людей, только те, которым уже эта профессия дорога, которые хотят врачами стать. Я очень счастлива, что частицы нашей, вот сердца нашего и труда мы вложили для того, чтобы ребята поступили в наш университет. Выбор у них был. Ну, осознанный, потому что мы показали им изнутри наш труд, наших пациентов. Участники круглого стола рассказали о мероприятиях и акциях, которые удалось провести, и поделились информацией о запланированных волонтерских проектах. За участие в волонтерском движении юные медики получили благодарственные письма и памятные подарки.